Good, right, even the third period, probably our best period. Very good job up there. Командная победа, все три периода здорово играли. После второго периода уже большое преимущество было, но также работали, хороший период провели. Ганч, good goal, good fight. That's a way to stand up for yourself. Good job. Gary. Удачи в Российской Федерации Junior Team. Good work out there. Яку? Yeah. Let's go. Пацаны, молодчики, с победой. У нас, да, действительно важная игра. Надо брать 2 очка. Автобай сегодня. Петри Гордяков. Яку сразу будет. Дай-ка ему дальше. Все, молодчики, пацаны. Идем дальше, работаем. С оптимизмом смотрю продолжение сезона. Давай. Че, есть гол? Кто знает? После выезда на Дальний Восток, насколько трудной была эта игра и насколько отличался этот нефтехимик от того, который был в Нижнекамске? Ну, я думаю, они всегда, там любая команда, да, дома при своих трибунах играет слаженно, организованно и при этом еще хочет показать атакующий хоккей с обилием голевых моментов. А мы сегодня, я думаю, мало что дали им создать такого, да, в принципе. В плане силенок, честно, мне было так не особо комфортно, потому что все равно сказался перелет, сказались эти опоздания или запоздания с задержками и со всем остальным, да, на Дальнем Востоке. 4 ночи подряд особо без сна, так что, ну ничего, сейчас можно восстановиться, завтра такой выходной, как раз день рекавери будет. Ваше звено сегодня так в огне прямо было. Как вот сами ощущали, что здорово все получается? Да я не смотрел особо так прямо своим звеном. Я полностью могу выделить просто всю команду, которая сегодня, как я думаю, можно сравнить с океаном. Такой волна за волной, каждое звено просто нагнетало и давало другим возможность еще более там как-то создать моменты и нагрузить соперника. Матч Дубая нам предстоит уже совсем скоро. Вот что именно ты ждешь от него? Завтра летим в Дубай. Завтра в Дубай? Да, представляешь себе? Серьезно? Ты рад? Я рад. Да, так вот, чего ждешь от этой игры? Вообще, как, я не знаю, там что-то особенное, может, по подготовке, потому что жара, другой климат совсем. Ну, я думаю, мы и в Сочи играли на турнире в этом году. И во Флориде, и в Майами, так что... Да, жду победы. Будет по-любому, я думаю, тяжело, и как бы для всех не ново, но я думаю, все будут в равных условиях, и не надо пенять там шайбы, лед, клюшки или еще что-то, там перелет какие-то, просто надо выходить и выигрывать, а все остальное уже косяки, моменты, я думаю, это уже так, отговорки, да, не для нас.